Традиционно с приходом холодов люди начинают болеть чаще. Поэтому специалисты предупреждают, лучше заблаговременно позаботиться о здоровье и подготовить организм, чем потом долго лечиться. Все побаиваются именно гриппозной и вирусной пневмонии. И от этого может защитить только вакцинация. В общем-то, против гриппа это все-таки пока единственная профилактическая действенная мера, которая может каким-то образом ребенка защитить. Прививка может не спасти от самого заболевания, зато точно поможет избежать осложнений. Прививаться надо ежегодно, потому что вот эта ежегодная вакцинация, она как раз дает, ну, как бы укрепление иммунитета. Я бы всем рекомендовала сделать прививку против гриппа. В детских поликлиниках прививки от гриппа делаются неорганизованным детям. Для тех же, кто посещает детские сады и школы, массовая вакцинация проходит в образовательных учреждениях. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок. Наше время.